Владимир, 14 лет назад, в 2007 году, впервые по совету своего питерского редактора Юрия Федоровича Горюченкова, я решился опубликовать свой роман «Под солнцем южным», тогда еще не напечатанный, ну, на публику, так сказать. По его совету зашел на быдло-ветеранский сайт, где там все боевые братаны собираются, так сказать, жертвы около всяческих войн, но опубликовал. Но первый месяц отзывы были восторженные, а потом что-то подзавидовали, как они сами себя называют, мы бомонд сайта, старшие прапорщики и полковники запаса, да? Что-то они так раззавидовались, что никому неизвестный автор там собирает овации. Стали меня травить. Через 7 месяцев, мне хватило на 7 месяцев, я тогда был нестойкий боец. Но я понял, что тут афганцы, это не мои свои. Нужно искать своих. Своих. Вот. Как раз вот поиск своих, это меня занимает вот всю жизнь. Понял я, что на этом быдло-ветеранском сайте, хотя я и ветеран войны, но ветераны около всяческих войн – это не мои свои. Это прожитая жизнь, прошлое, не надо туда возвращаться. И очень разная война у нас была. Война у сержанта и война у майора, там, у подполковника – это очень две разные войны. Оголтелые сбивались в стаю, как-то согласованно они меня клевали, долбали, как-то согласованно они меня доводили до самоубийства. Ой, это были времена такие, я еще был наивный, я такой был ранимый. Коньяк, волокордин, ночные звонки, мы тебя закопаем. То есть, вообразите себе. Я действительно переживал. Я переживал не за то, что меня закопают, ну это проблематично, я большой, могилу большую придется копать, устанут копать могилу для меня. Я переживал, как это так, мое произведение, ведь оно же такое хорошее, я его писал в таком хорошем настроении. Но вот же на него отклики хорошие пошли, что вот произведение написано одновременно хорошо и одновременно очень сложно. Это профессор Каменев, полковник, замполит такой из политической академии, умница. Увидел то, что действительно, что простым языком написано о сложных вещах. Потому что 18 лет обдумывал этот роман, как мне его написать. Что за герой должен быть. Через какие коллизии он должен пройти. Задолбали. Причем вот оказалось на сайте всего зарегистрировано 700 пользователей. Так сказать, авторов, а писателей, дай бог, 40. Причем писателям некогда участвовать в этих всех дрязгах. Они написали один коммент ободряющий, все, и занимаются своими делами и работой, и литературное творчество. Да? А этим делать нечего, полковникам запас. Вот они начинают изгаляться. Через 7 месяцев я удалил свой аккаунт с того сайта, все, больше с ветеранами никаких дел. Я думал, ну как же так, но откровенные бестолочи. Никому не нужные так легко объединяются. Они не потому и объединяются, что никому не нужные, что отовсюду их выгоняют, со службы их выгнали на пенсию. Соседи по двору отнюдь не горят желанием вытягиваться в струйку, там, прикладывать копыта к черепу. Да пошел ты нахуй, полковник. Полковник запас, ну, в лучшем случае, поздоровается полковник. Сейчас в России полковник, как при Сталине, старший лейтенант. Нивелировали звание совершенно. Вот их отовсюду. Они
на других каналах пытаются, на других сайтах, на других форумах пытаются в привычной для себя хамско-командной манере выражать свою точку зрения, рано или поздно попадают в бан, и вот они так все ниже и ниже спускаясь, оказываются там в такой сливной клоаке, как быдло-ветеранский сайт. Вот я вот 14 лет назад впервые задумался над тем, как люди неталантливые, люди глупые находят друг друга. А вот так и находят, их отовсюду выгоняют. Потому что ну, интернет, сообщество, форумы можно сравнить ну, с детским садиком. Вот есть в детском садике бесконечное количество песочниц. Там, 4000 песочниц. И в каждой песочнице там, от одного двух ребенка там, до 20 до 30 тысяч. Да? Вот где-то модерация. А модерация – это требование к костюмчикам, чтобы быть в чистеньких костюмчиках. Панамка белого цвета, штанишки, гольфики, ведерки пластмассовые, никакого металла, все там должно быть безопасно. Пластмассовые ведерки, пластмассовые совочки. И тут где жесткая модерация, то есть и смотрят и дети чистые, да, дети чистых родителей. И дети в чистых костюмчиках понимают, что могут запачкаться, а могут быть легко изгнаны, понимая, что они соответствуют большому количеству критериев, необходимых для того, чтобы играть в этой песочнице, ведут себя соответствующе. Вот, например, лох по жизни, очень непростая песочница. Очень непростая песочница. Не только лишь все, и совсем далеко не каждый, имеет право оставлять там свои комменты. Вот у меня такая модерация, что такое чистенькие дети. Ну, есть там следующая песочница попроще, там ведерки уже можно металлические, там в третьей песочнице панамки можно не белого цвета, а любого цвета. В четвертой песочнице можно и в грязной одежде, можно даже не в шортиках, а в трико с пузырями. Ну и так далее, и так далее. Потом уже в самой последней, в самой дальней песочнице уже там и без шортиков, и без панамки, и без совочков, и без ведерка. Там уже лепят куличики из говна, там уже и песок не в эту песочницу не насыпают песок. Туда только срать ходят в эту песочницу. Вот они из этого говна лепят и стараются этим говном вымазать детей из других песочниц, но от них отгораживаются. Вот эти вот фрики оказываются в самой дальней песочниц, их выгоняют из других песочниц. У тебя нет панамки, иди ниже песочницы. Там, где разрешается без панамки, там у тебя нет ведерка. Дальше выгоняют ее. Там, где может разрешается без ведерка, без панамки, у тебя нет совочка, нет шортиков, нет. Вот все ниже, ниже, ниже. И в конце концов, этих фриков изгоняют из всех песочниц, кроме одной. Ну, кроме одной-двух. Вот они там сидят, туда даже песок не насыпают. Ну, под словом песок, так образно, можно сказать, интересный контент. Да, там романы, ролики, что-то. Вот они так находят друг друга. Это я про Залупника. Залупник умеет находить всякую пиздоту, всяких городских сумасшедших, блядь. Я вообще к городским сумасшедшим отношусь очень тепло, честно, честно. Мне очень не хватает в Саранске одного городского сумасшедшего, генерал-лейтенанта казачьих войск, весь, всего в орденах. Там, каждый орден с блюдцем был у него на груди, всего в орденах. Поэт, байкер, скульптор, человек необыкновенно творческий. Несколько лет назад он принял решение добровольно уйти из жизни, и Саранск сделался чуть более серым. Его очень не хватает. Это был знаменитейший и изобретательный городской сумасшедший. Очень состоятельный человек. Ну, катал он Хонду Goldwing, она стоит минимум миллион. Она новая стоит 4 миллиона, а бэушная в самом задрипанном состоянии миллион. Вот он не мог катать простой мотоцикл, ему нужно было что-то большое, такой
величественный такой, что все понимали масштаб личности человека, который едет на этом аппарате. Очень был талантливый человек. Он писал длинные стихи, он лил олиповатые скульптуры, но делал это от души. Я любовался им, мне его, честно сказать. Очень не хватает. Залупник не тянет на городского сумасшедшего. Городская хуета. И вот аккумулирует вокруг себя городскую хуету. Я ввожу, вот у нас сегодня новая рубрика, называется «Распаковка». Распаковка. Вот у нас сегодня на распаковке вот такой вот у нас желтенький под номером 738 пакетик. Пакетик под номером 738. Что здесь у нас? Из этого пакетика мы достаем другой пакетик. Сегодня у нас на распаковке пакетики. Вот такой пакетик. Вот из этого пакетика мы достаем вот этот пакетик и начинаем взрезать вот этот пакетик. Начинаем. Что здесь такое? Брелок. Смотрите, брелок. Я не заказывал брелок. Это, наверное, брелок мне на бакшиш. Вот, я покажу. Брелочек здесь какой-то. Вот, хорошая вещь, брелок. Я не заказывал брелок. Я заказывал. Вот они, что такое. Это. Да. Это флешки. А, это вот что, они еще флешки на брелках. Это флешка с брелком. Ничего не понимаю. Ну, давайте посмотрим. Вы что-нибудь понимаете? Нет, я ничего не понимаю. Давайте посмотрим, что здесь такое. Я решил попробовать себя в роли продюсера. Чего я все пишу ролики, а сам никого не продюсирую. Вот у меня тут флешки есть. У меня есть флешки. Что такое? Это так? Что такое вообще? Вот это что такое? Флешка. Так, ну ладно, это вот так пускай будет. Это вот так. А что тут? А, вот, все. Это вот цеплять. Без очков. Не вижу ничего. Короче, этот брелок цепляется. Блин, тугой какой. Ну-ка. Получилось? Нет? Нет, не получилось. Короче, это будет. А что будет? А, вот, здорово. Здорово, смешно. Брелки будут у меня с флешками. Я заказал флешки для того, чтобы своего протеже как можно сильнее раскрутить. Он хотел славы, мой протеже. Мой протеже хотел славы. Год назад он хотел славы. Вот я начал заниматься его продвижением. По-моему, неплохо. Неплохо он начал продвигаться. Ну, во всяком случае, в своем районе. Он уже достаточно знаменит. Но не совсем в районе, скажем так, в райцентре. И не во всем райцентре, но, скажем так, вот уже в прокуратуре, полиции, суде знают, что существует такая творческая единица. И внимательно смотрят ролики. Вот я закупился флешками для того, чтобы эти произведения моего подзащитного популяризировать. Всего их тут 10, но если нужно будет, я закажу еще 10. Да там столько и не потребуется, там потребуется штук 6 для того, чтобы в различные органы, например,
в орган опеки и попечительства, посмотрите, как они дрочат. У них забавник такой, взял своего сынульку, посадил напротив себя и сидят, дрочат, блядь, напротив друг друга в одну мисочку, блядь. Кто больше, значит, наспускает, блядь. Вот такой вот папаша, да? Вот в орган опеки и попечительства еще пойдет там. Может ли такой отец вообще в принципе заниматься воспитанием? Или лучше ребенка изолировать от него, так сказать? Подключить ювенальную юстицию. У нас есть прекрасный детский дом в поселке Елга, где дети в отрыве от родителей вырастают нормальными, достойными гражданами новой, великой, встающей с колен демократической России, где родители лишены возможности калечить их детские души. Они живут под надзором высококвалифицированных педагогов круглосуточно, в условиях круглосуточного надзора за ними. Вот как-то вот надо туда его, ребенка-то надо изъять от такого папаши. Такой папаш хорошему, конечно, не научит. Вот в этом направлении нужно еще подумать. Вот будем рассылать. Он снимает ролики, я продюсирую. Мы в разделении труда. Он снимает. Пробовал он выступить с моим продюсером. Нет, не пошло. Не пошло. Говенный из него продюсер, говенный. Обратился он тоже, что я снимаю ролики против Путина. Но не зацепило, понимаете, не зацепило. Не имело кассового успеха. Среди милиционеров не имело. То есть вы снимаете ролики про Путина? Не, не снимаю. Ну, идите. Ну, все, любви у нас не получилось. А вот Залопник как-то сразу удачно зашел, сделался популярен. Все у него, я думаю, хорошо. Все у него, думаю, хорошо сложится. Судя там по последним роликам, он начал так понимать, немножечко погрустнел, начал понимать, что попал ногами в жир. Вы понимаете, внешность обманчива, он принял, что такой толстый, добрый дедушка сидит, что-то бродит. Этого толстого дедушку можно безнаказанно пинать ногами в живот, как он там хотел, да? Нет, дружочек. Я напоминаю, что я из этого пидораса сделаю реального пидораса. То есть он должен сам добровольно согласиться на то, что его выебут в рот. Добровольно, понимаете? Не просто, никакого насилия. Он должен сам дать на камеру, дать согласие, что да, он согласен, что сейчас его выебут в рот или в жопу, блядь. Ну, там уж как они договорятся. И напоминаю, вы не надо отмахиваться, что это невозможно, блядь. Ребята на зоне, допустим, сидят 20 пидорасов на зоне, ни одного не изнасиловали, все 20 согласились сами. Все 20 согласились сами, блядь, ни одного по беспределу, там, никому не заламывали руки, все добровольно спускали штаны и давали в жопу, блядь. Тут у нас будет разделение труда. Моя профессия – доказывать. Я умею доказывать, и больше в своей жизни я ничего не умею. Ни чинить трубы, ни проводить проводку, там, не чистить какие-то там канализации. Не умею, не обучен. Я умею доказывать. Я докажу, что он пидор, блядь. Просто вот я докажу, что он пидорас, блядь. В самом гнусном смысле этого слова. А другие люди, я их встречал, другие люди, у них профессия убеждать. Убеждать. Вот они сядут напротив того и будут убеждать. С этого боку зайдут, с этого боку зайдут, так или иначе. Но они тебя убедят. Ну, нужно обладать, не знаю, очень здоровой психикой и крепкими мозгами, чтобы находить какие-то там неувязки в их умозаключении. Но, поверьте, они очень убедительны. Они очень убедительны. Приемы их примитивны, как револьвер просто. Там две железки буквально. 2-3 приема. У них 2-3 логических приема. Да? Да. Ну вот так вот, да. Ну вот так же вот так вот, да. Ты вот это делал, да. Вот это же нехорошо, да. Ну должна, ты должен понести ответственность, да. Ну все, готовь вазелин, сейчас будем, так сказать. Там не предполагается, что можно сказать слово «нет». Ты совершал то-то? Да, совершал. Это нехороший поступок? Нехороший. Ты должен понести ответственность? Да, должен понести ответственность. Ну, готовь вазелин. Ну, понимаете, все. Они логично подведут. Вот я умею доказывать, а они умеют убеждать. Я этих людей
встречал, не скажу, что в большом количестве. На зоне таких из 1000 человек буквально 2-3. У них специализация такая, убеждать. Еще раз, без насилия, без насилия. Ну, насилие там в самом крайнем случае применяется, если человек уже и так убеждает. Ты это совершал? Нет. Ну, как же нет? Вот твои ролики, блядь. Так же нехорошо делать? Хорошо. Ну, как же хорошо, когда вот решение суда. Ты за это должен ответить? Нет, я не должен ответить. Ну, как ты не должен? Если скотина не понимает элементарного, то со скотиной начинают обращаться как со скотиной. Это с человеком там, да, нет, да, нет. К скотину никто ни о чем не спрашивает. Просто скотину перестают спрашивать. Блядь. Начинают общаться как со скотиной, ее начинают принуждать. А человека убеждают. Поэтому я говорю, что к залопнику в начале, не знаю, насколько хватит терпения, вначале будет применен метод убеждения. Но если он будет, так сказать, включать дурака, я не я, лошадь не моя, у людей терпение просто кончится, блядь, ему чердак расшибут нахуй, выебут просто, блядь, по беспределу, блядь, ну не по беспределу, блядь, выебут просто не спрашивая согласия, блядь, но поначалу мы попробуем такое согласие у него получить, и я думаю, мы вот увидим еще на нашем канале, как залупник добровольно, блядь, да? Так сказать, ему вообще голубая тема, я заметил по его роликам, голубая тема щекотит нервы, так сказать, мне она как-то вот не зашла, я ее отработал и забыл, а его прям она возбуждает, ну вот надо ему как-то вот дать прожить еще и эту жизнь, на камеру, полнокровно, вот, чтобы все работяги, выдающие себя за байкеров, вообще потом за голову взялись, блядь, что это же я за долбоёб, с кем я рядом постоял, с кем это я в кадр-то вошел, блядь, вообще без башки, конечно, блядь. С кем захотят, с тем в кадры войдут, блядь, нисколько о последствиях, блядь, не задумывается, пиздец долбоёбы, блядь. Вот у долбоёбов, говорю, способность находить равных себе, долбоёбы к долбоёбам, потому что, блядь, из всех песочниц, блядь, их выгнали, кроме песочниц говна, блядь. Один на обочине жизни в деревне, другой на обочине жизни в Саранске. Вот, блядь, два обочечника, блядь, без перспектив, и тот, и другой вообще без перспектив жизни каких-либо, блядь. Нашли друг друга, блядь, и ну давай в десна жахаться, блядь, на почве, блядь, не любви ко мне, блядь, я хуй его знаю, блядь. Мозгов не хватило, блядь, спросить, а что это так вот, причина конфликта, выслушать меня, например, блядь. Меня позвонить там ВКонтакте, еще что-то, блядь, а ты вот это поясни, там вот это, блядь. Ни слова у меня не спросил, хотя переписку, еще раз я повторюсь, переписку ВКонтакте он вообще так, был очень вежлив со мной ВКонтакте, вежлив, предупредительно. Вот, переписку мы можем это опубликовать, если человек там начнет упорствовать, что я там не говорил таких слов или еще что-то. Я же говорю, моя работа доказывает. Ой, господи, сыне Боже, блядь, ну дети, блядь, куда нахуй полезли, блядь, дети, блядь, нехуй делать в интернете, блядь, сидите, блядь, нахуй за печью, грызите жопу овечью. Ну вот, залупник, вот эти вот красивые флешки, приятного цвета, будут мной рассылаться, будут мной рассылаться. По заинтересованным зрителям. Хотел славы, ты ее получишь. Ну, мечты, правда, сбываются не совсем так, но уверяю тебя, тебе все понравится.